чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, многократная чемпионка Украины. В синем трико борется Фредерика Петерсон, Швеция, 21 год в Фредерике, город Клипан, 12 лет занимается борьбой. Тренер Фарибор Бесарабов. Фредерика, бронзовый призер чемпионата Европы, чемпионка Швеции. Лучший спортивный результат. Победа 2000.
2013 году на чемпионате Европы. На ковре выиграл Фредерика Петерса, Швеция, 1-1. Приглашается Татьяна Лырнучу, София Масса. В синем трико на ковре выступает азербайджанская спортсменка Анжела Дорога, 26 лет, опытная спортсменка у Семена Штеева. Неоднократного чемпиона мира Европы, призера Олимпийских игр, тренируется 10 лет. И лучшим результатом считает второе место на турнире Golden Grand Prix по запросам дороги. Серебряный бронзовый призер чемпионата Украины.